Дорогие студенты, уважаемые преподаватели, от имени Министерства культуры и духовного развития нашей республики и ее министра Куприянова Юрия Степановича, а также от себя лично, хочу поздравить вас с началом нового необычного учебного года. Я очень рада, что вы выбрали этот институт. Вы стали студентами учебного заведения, которое является флагманом учебных заведений культуры и искусства в Дальневосточном федеральном округе. Я рада, что вы с нами и вливаетесь в нашу большую, дружную, творческую семью. Желаю вам всего самого-самого доброго, здоровья, творческого полета, вдохновения. Пусть у вас будут самые дерзкие планы и желания. Всего самого доброго с началом учебного года.